Ребятки, моя розочка расцвела. Посмотрите. Весна. С первым днем весны вас, мои дорогие. Пусть эта весна будет мирной, спокойной, радостной, счастливой, солнечной. Знаете, из детства у меня одно такое воспоминание, когда мы с братом об этом говорим, мы всегда смеемся, потому что был такой случай у дедушки в саду, был колодец, и нас, когда отправляли за водой, мы пошли с братом, ведро воды достали из колодца, смотрим, а там лягушечка плавает, такая, ну, как бы, как чуть ли не прозрачная лягушечка. Мы ее выбросили в траву и заглянули в колодец, и давай ведром опять оттуда воду брать и этих лягушечек вылавливать и бросать в траву. Прибежали домой, воду принесли и рассказываем бабушке. Бабушка за голову: что же вы наделали? Дед кое-как раздобыл, купил этих лягушечек, такие какие-то специальные были, вот как сейчас аквариумы чистят, да? И он привез, чтобы вода в колодце была холодная и чистая. Они чистили как бы вот это по бокам колодца тина. Если, ну, бывало, что образовывалось, да, там внизу в глубине где-то. И вот эти лягушечки чистили этот колодец. И вот мы с братом, когда вспоминаем, как мы ползали в траве, она говорит: бегите бегом, бегом, собирайте лягушечки обратно в колодец. Дедушка расстроится, что вот так вы сделали. Нас никогда не ругали, просто вот нормально так спокойно все объясняли. Вот мы с братом побежали, мы переживаем, что дедушка расстроится, мы не хотели его расстраивать. И по этой траве, как мы на четвереньках там ползали, собирали лягушечек, ведро воды набрали, в этом ведре ополоснем лягушечку и кидаем в колодец. Каких мы там наловили лягушек, я не знаю. Ну, короче, наловили, те, не те, там в траве прыгают, квакают. Вот, наловили мы этих лягушечек, накидали в колодец, прибежали бабушке, сказали, что все мы сделали. Она говорит: ой, дедушки, дедушки, только дедушке не говорите, чтобы он не расстраивался. Ну, потом, конечно, сказали дедушке, ну что, посмеялись все вместе, ну что делать, дети же. Так что вот такие были добрые, веселые, счастливые годы. Еще раз скажу, всем желаю мира, друзья, всем мира, самое главное мира, чтобы был мир во всем мире. Будем жить дружно. Давайте жить дружно и мирно. Всем всего доброго. Пока. Сау Болонис.